Всем привет, с вами Стивпро, и Синхрон, как сделать телепорт в Майнкрафте Pocket Edition. Ну, это мое обновление старого видео, где вы писали, что я обманываю. Нет, это никакой обман, все сделано по-настоящему. Но для телепорта нам понадобится дверь и блок, который будет держать дверь. Вот как видите, без всяких механизмов, обычная дверь, обычные стенки. Ну, первый телепорт будет вот таким маленьким. Для этого мы зайдем в блок. Мы должны зайти как бы в блок двери. После чего должны выйти в меню. И обратно зайти в мир. И мы уже появляемся наверху. Вот такой забавный баг. Ну, это 100% баг. Ну, может кто-то проверит на ПК. Может быть на ПК такой телепорт тоже работает. Вот как видите, уже... побольше телепорт, и наверху я обустроил его вот такой площадкой. И как видите, мы тоже нормально телепортировались. Так что нечего писать в комментарии, потому что я обманываю. Я все сделал правильно, я перешел в режим выживания. Ну, наверное, многие делали неправильно, они заходили не за блок двери, а выходили. Надо, чтобы было именно так, чтобы дверь мы не видели. Выходим и заходим обратно. И мы появляемся... опять наверху. Это уже очень высоко, но можно сделать и выше, да, все будет работать. Но вот такой способ, можно сказать. Ну, как видите, никаких механизмов. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.